21 марта исполнилось ровно 2 года с момента начала работы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и народных республиках. За этот срок количество наблюдателей возросло более чем до 700 человек. На брифинге первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хук рассказал, что во вторую годовщину работы миссии ОБСЕ на Донбассе продолжают гибнуть люди. Он отметил, что наблюдатели ОБСЕ применяют различное оборудование – беспилотные летательные аппараты, спутниковое оборудование и видеокамеры. Также Александр Хук подчеркнул, что миссия ОБСЕ прилагает все усилия, чтобы не допустить дальнейших обстрелов Донецкой фильтровальной станции, так как в случае обстрела ДФС существует опасность срыва процесса водоснабжения целого региона, а также возникают угрозы жизни и здоровью людей. Заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине считает основной проблемой на Донбассе приближение в ряде мест вплотную сторон вооруженного конфликта к линии разграничения. The sites have moved close, and as I've said before, in fact, too close to each other. Стороны подошли близко и, как я уже сказал, фактически очень близко друг к другу. They see each other. Они видят друг друга. They're so close. Они находятся так близко. That with this snow now, they could throw snowballs at each other. Находятся так близко, что сейчас, когда выпал снег, они могут кидать друг друга снежки. Тем не менее, Александр Хук отметил, что увидел прогресс в выполнении Минских соглашений, в частности, в вопросе выполнения разминирования. В феврале постоянный совет ОБСЕ продлил мандат специальной мониторинговой миссии до 31 марта 2017 года. Решение о размещении на Донбассе этой миссии было принято всеми 57 странами, членами ОБСЕ, в марте 2014 года. Дарья Черничная, специально для Новороссия ТВ.